Виталий Ситников, мариуполец, был в плену в Еленовке 100 дней. Там действительно в Еленовке забивали до смерти военнопленных, резали вены они себе. Там совершенно другая реальность, другой мир просто. Ты как будто на другой планете находишься. Ощущение полной безысходности. Полное видео будет в карусели, подробное. Вот. Кратко скажу, что нужно максимум усилий прикладывать, чтобы вытащить ребят, освещать максимально это каждый день, не забывать о них, потому что каждый день там это огромный стресс, это гораздо хуже тех же боевых действий, потому что я, все это прочувствовал, прожил в Мариуполе под обстрелами, я в бомбежке, возле меня взрывались снаряды, и трупы все эти, то есть свистели пули над головой у меня буквально, когда я пытался, забирал людей из подвалов, там, где уже автоматные очереди были прям в горячих точках, и это все было не так ужасно, как плен. Плен — это гораздо хуже, чем сами по себе боевые действия. Поэтому, ребята, которые там находятся в сложнейших условиях, их нужно максимально быстро оттуда вытягивать. И отдельно тем нелюдям, которые все это делают с военнопленными там, даже животными их не назовешь, по ним уже работают, и они будут наказаны рано или поздно, их всех идентифицируют. Уже многие из них, известные имена, есть фотографии, все уже. Я не знаю, куда им. На другую планету разве что переезжать, потому что даже в России их достанут. Так что справедливость все равно восторжествует. Поэтому пусть задумаются дальше делать что-нибудь еще или нет. Прошу распространить пост и не молчать тех, кто был свидетелями там. Я знаю, есть такие люди. Мы должны об этом говорить, трезвонить на весь мир.